ребята, всем привет. Да, привет, привет. Вон там речка и аэропорт. Это значит, мы на пляже Макао. Мы провожаем самолеты совсем не так, как поезда. Да вообще, просто огонь. Все, погнали. Это знаменитый пляж Макао. Вот его еще на картах Maps.me обозначают как пляж-аэродром. Здесь взлетают и приземляются самолеты. Вот, например, я вот летел вот оттуда. Вон, кстати, заброшенный отель сейчас видно. Отсюда, маме я тоже его съезжу, сейчас покажу. Заодно мы съездим к My Lady, мяу-мяу, просто и скажем привет-привет начальника. Искупаемся, да. И сейчас, кстати, тоже идем искупаемся. Реально, на самом деле, не так сильно печет. Может быть, уже привыкли потихоньку. Ну, все путем. Все пучком. Большой самолет тайских авиалиний. Не успел начало заснять. Ничего, сейчас будет еще что-нибудь. Мама тоже довольная. Я ее сейчас провез через все вот эти дебри, джунгли и так далее. По шестой линии, как обычно, выехали. Ребята, около 7-11. Ну, здесь, по сути, одна дорога через полосу. Если вы так объезжаете. Около 7-11 нужно будет повернуть направо после этого. И самая первая дорога, там написано Seoul 6. Шестая линия, по ней можно спокойно проехать как раз до вот этого пляжа. Надеюсь, мама довольна? Довольна. Представляете, видела самолеты и такая паника у меня. Что уже, все, домой? Потом так, нет, слава богу, еще столько времени есть. Не хочется уезжать совершенно. Самолеты, конечно, это грандиозно. Вот сейчас полетит, я не знаю, это какой-то бомбический такой гранит вообще. На самом деле, как ни странно, я вот читал в интернете, но народ говорил, что в феврале, конечно, будет много народу, но в тот раз, вот считайте, в ноябре народу не было. Вообще, здесь человек 5 ходило. Сейчас полный пляж. Так что, ребят, наверное, самое оптимальное время сейчас все-таки прилетать сюда. Да, где-нибудь ноябрь. Начало ноября будет вообще замечательно. Где-то он тут. Вот она. Айрайзе. Ребят, ну чего, сейчас сделали прямой эфирчик. И все-таки уже собираемся. Вот сейчас был прямой эфир, он сохраняется. Посмотрите обязательно. И мы, наверное, поедем уже чуть дальше, вот в ту степь, к тем отелям. Будем все снимать, все показывать. Все, ребят, смотрите, увидимся. Не успели, ребят. Проезжали как раз на Макао. Сейчас буйволы. Чтобы он не упал еще. Ну, какие звери. Это только телевидение, ничего кроме. Сейчас сходим, посмотрим. Все окей. Вам большие не злятся, а вот мелкие что-то злятся.
Да, аистов уже нету. Все, аисты пропали. Ну ладно, побегли мы дальше. Чего, ребят, здесь как раз интернациональный аэропорт. Мы проезжаем сейчас через него, были сейчас в той части, за аэропортом, и для вас снимали пляж. В общем, здесь я маму встречал, ну и сам же Пхукет у меня 7-й раз, да, 2 Паттайи и 7 Пхукетов. Здесь 7 раз, нет, я здесь больше был, ну ладно. В общем, короче, там с Малайзии и так далее летел. Классный аэропорт, парковочка, парковочные места нужно объехать вот так по внутренним авиалиниям. Вот здесь есть вот этот терминал, который раньше и международные авиалинии и так далее. Объезжаете, и вот здесь есть заезд на вот эту парковку. Она бесплатная, так что без проблем там оставляйте все. Мы поехали к My Lady. Ребят, мы приехали к My Lady, и тут Family Mart прямо вот напротив. Вон и My Lady, где ресорт написано. My Lady, one sec, I go with you. Она увидела нас. Она узнала, мы еще к ней не подошли, она уже узнала нас. Сейчас мы к ней подойдем. Че, ребят, настал момент истины. Она занята. Занята, да, да, ладно, ничего, ладно. Сейчас это все будет. Ребят, вот называется как отель. Можно все арендовать. Просто ребят сейчас заезжают. Не будем мешать. Или выезжают. Или выезжают. В общем. Сейчас. Может быть, все увидеть. Вот, сравнить видео, я выходил отсюда, вот, прям с этого ресорта, не было, вот реально не было, Family. Даже вообще никакой заготовки не было, как они так быстро построили, я не знаю. Смотрите, кто здесь, My Lady, yes, мама и мама. This moment, I woke you. Окей. Okay. Yes, ребята, чтобы ребенок не убежал, надо привязывать его к вентилятору. Только я боюсь, вентилятор скоро уже не выдержит. Ну чего? Hello, baby! Hello! Hello! Привет! YouTube! Нет. Смотрите. Very sweet. Oh, thank you. Very sweet. Oh, try. From Moscow. Yes. Okay. I go Moscow in 2 months in Moscow and I go and Phuket. Phuket. Yes, my mama. Marina. Sam. Sam, да? Yeah. Sam. My baby. Скажем, привет! Саваниха! Саваниха! Опа! Смотрите, теперь моя леди, с ютубом, с визиткой. Ребята, ставим большие пальчики вверх. Обязательно. Please like! Да, yes, please like, окей. Ну чего, ребят, вспоминайте знакомые места. Вот тут мой номер, 6А. И вот наверху еще был мой второй номер. Не помню, какой он. Это. О, мама, иди сюда. Здесь мы как всегда выходили. Заходите в ресторан. Можно и тут, можно и там. Ребята, тут как обычно все замечательно. У нас Таечка спросила, будете ли вы снимать сейчас номер. Но она нам его чуть ли не на халяву, мне кажется, хотела отдать. Она так рада была. Вообще просто замечательно. Вышла нас встречать, увидела, как, короче, на байке поехали. Побежала за нами с ребенком в руках. Вообще просто полный супер. Ребят, ну это, конечно, вот здесь отель, это просто замечательно. Это, вы просто находитесь прямо на пляже. Да.
Просто супер. Просто супер. Супер, да. Да? Ну как тебе? Красиво, ну, да? Андрей, очень все? Красиво. Very, да? Very good. Теперь ты это все вживую видишь, а не только да, на YouTube. Да, да, да. Ладно, будем, наверное, это... Может быть, сейчас присядем, это чуть похомячим. И искупаемся и поедем к вон тому заброшенному отелю. Ребят, там для вас будет спрятан сюрприз. Да, я знаю, что я показывал заброшенный отель, но сейчас мы с мамой его снимем с другого ракурса. Аня и Димон, если помните, мы тусили на этом пляже. Это на Янг. Замечательная тека, как обычно, моя леди. Здесь тусили, правда, побольше сейчас листвы. Уже упала. Но все так же тут замечательно, прекрасно. Тенечек, море рядом. И все. Вот, в общем, кафе, отель. Эх, ребята, как же здесь классно. Конечно, пляж на Янг просто супер огонь. Здесь и самолеты, вон самолет взлетает. Оставили весь. Надо чуть-чуть куп-куп, так сказать. Сейчас подплывем к маме. Спросим ее ощущения полностью. Что, когда здесь? Вода все такая же. Она. А, хотя нет, сейчас она попрозрачнее будет. Вот, ко мне подплыла мама. Ребят, так отельчик понравился. Он маленький, уютный. Прям на берегу вообще море. И прям вот на береговой линии стоит. И смотри, Андрей. И правда, такая приятная, приветливая хозяйка. Майя Леди называется отель. Ну да? Я не. Какое? Это я ее называю Майя Леди. Отель, отель, он там какое-то длинное название с четырех ну, букв. Но я заснял, ребят, посмотрите, ага. Это. Прошлый ролик какой-то. Там есть. Ой, есть. Просто замечательно. Тут прям кафе у них. Люди могут покушать. И особенно бедные, куда надо напротив построили Family Market. Вообще. И тут, а тут просто. Блаженство. Как еще назвать? Да здесь, можно сказать, полный пивас, да? Да. Целая бочка пиваса. Целая бочка пиваса. Вот этих лодок, кстати, вообще никаких не было тут. Не знаю, что они сюда приплыли. Хорошо, Андрей, мы с тобой путешествуем, мы везде где останавливаемся, купаемся, это так здорово. Потому что если просто путешествовать и не купаться, то это очень ну, жарко становится. Ну, жарко, и мы замочиваемся резко. Да, а так ты немножко скинешь напряжение от скутера, а то даже ноги гудят немножко. Фух, я тоже окунулся чуть-чуть. Сейчас полегче будет ехать. Байк-байк! А в отель тоже там этот пляж, да? Какого? Заброшенного. Заброшенного отеля тоже, да, есть пляж. Сейчас все покажем. Вот в ноябре отель стоил 2600. Сейчас, не знаю, не спрашивал, но сейчас более высокий сезон. Но так нам, говорю, предлагала номер подешевше. Я искупался, мама еще до сих пор пойдет плавать. Просто неудобно плавать, когда камера в руках. Ну, что делать? Я с вами. На самом деле, просто офигенно. Ребята, такой белоснежный песочек. Ставим лайк. Хозяйки отеля по-любому лайк. Скажите «Майя Леди», пишите хэштег «Майя Леди». Very good там или как-нибудь. Давайте, мы такое. Было бы вообще классно. Мы ей дали визитку, и теперь она будет смотреть канал Андрей Старцев. Окей, Google, так сказать. Че, ребят, мы приехали в заброшенный отель, и для вас очередной класс. Так что давайте будем искать. Едете в самый конец отеля. Здесь проезжаете. Вот он, самый конец. Ну, гора мусора. Здесь. Вот, где пальма. Я его чуть-чуть засыплю камнями. Так что, мне кажется, ну чтобы никто особо не раскопал. Вот я положу сюда. Давай мне камеру. Ребят, вот, вот так вот лежит. Ну, чтобы никто особо не увидел.
мы положим камушки. Чуть-чуть камушков. То есть ни на какие-то ожидать не надо. Прям все, вот подъехали, вот здесь. Да-да-да! Мы сейчас на всякий случай еще закроем, так чтобы не особо было видно. То, что вот тут коряги, там что-то, короче, камушки там и так далее. Ребят, вот он, клад. Ищите. Ой, господи, головой ударился. В общем, я думаю, кто найдет. Ребят, пишите обязательно мне ВКонтакте, присылайте фотки с вашим кладом. Не знаю, сейчас... Вот-вот. Ребят, смотрите еще раз. Вот эти горы мусора в заброшенном отеле в самом конце. И вот, вот сюда вы идете. И вот здесь то самое место. От нас, да-да-да, именно так. Ребята, в заброшенном отеле есть уникальнейшее здание. Это заброшенный туалет. Вы ни разу, наверное, такого не видели. Давайте я, наверное, отсюда подойду. В общем, стена отвалилась. Ее держит только верхушка. А как на меня, значит, не свалилась. Ну, будем надеяться, не свалится. Да-да! И как обычно, очко для унитаза. Так тут вообще. Тут только местные скутеры припарковали. Ребят, может, я и спустился бы сейчас туда, но здесь очень, так сказать, скользко, потому что листва, не хочется повредить себя, да и время, в принципе, не так уж и много-то осталось. А нам просто нужно возвращаться, брать ноутбуки и на пляж. Ребят, все хорошо, но спускаться реально в такую жару спустишься, но потом подниматься — это вообще просто жесть. Конечно, были бы Лиза и Виталик, мы обязательно все это сходили. Сейчас мама вот говорит то, что отель что-то и это не того. Не, ребят, а что тут смотреть? Хорошо посмотреть красивые отели, когда там, ну, как-то все обустроено. А тут на что смотреть? Ну, руины. Не знаю, причем были бы старинные руины, да-да, древние руины. Ну, они уже древние. Да ну, какие они древние, это новострой. В общем, ребята, не понравился. Может быть, молодежи это интересно, мне нет. Ну, не знаю. Ребята, обязательно спуститесь вон туда. Вот здесь тропинка. Обязательно спуститесь, посмотрите, и жду от вас фото, видео и так далее. Остров называется Бургер. Ну, как, я не знаю, это народ его так прозвал. А мы погнали ближе к дому, но мы поедем через пляж, там чуть-чуть это покушаем, минут 30, искупаемся и поедем уже дальше ближе к отелю. Так, ребята, пляж Найтон, мы остановились буквально на 5-7 минут, сейчас у меня аккумулятор подрядится на мобиле. Тут GPS не работает, а в обратку слишком долго отбираться, поэтому мы поедем через Бангтао по береговой линии. А сейчас на Найтоне. Найтон. Как он, правильно? Вода тут чистая, далеко заходить не буду. Тоже красиво, хорошо. Конечно, примерно как на Сурине, но немножко эти ветки. Мы тут со Светой были, если не видели, смотрите выпуски прошлого Таиланда, увидите все. А мы, наверное, заряжаем аккумулятор и погнали. Че, ребят, мы, наверное, все на сегодня. Мама тоже устала. Устала. Сидим, воркаем, так сказать. Даже Андрей показал красивый пляж, как он сидит. Ну, короче, было, короче, название. Я не помню. Бангтао? Нет, нет, нет. Наян как-то там. Да, мне еще, короче, как показал пляж, а у меня уже даже сил не было на него идти смотреть. Короче, уже уши не двигаются. Да, поэтому приехали, взяли поесть супчик. Ну да, чуть похомячить. Да, супчик и макарошки с морепродуктами. И что, почем-то вышло? Супчик 120,
Это 150. Значит, но это очень, нормальная очень, цена? Это очень нормальная цена вообще. Я в других местах ели гораздо сюда. Ну окей. Рекомендую на пляже Сори. Ну что надо делать под конец видео, да? Что надо делать под конец видео? Ставить пальчики вверх. Да, кто не подписался, наверное, подписывайся, да, на канал? Да, подписывайтесь на канал и ставьте пальчики вверх. По-любому, ребят, давайте. Всем спасибо, увидимся. Давайте.